это Джесс. Здравствуйте. Вновь здравствуйте. Я вот все никак не переводил, что такое blasphemous. Богохульник, прикинь. Ну, в игре, кстати, когда персонажа называют по-русски, его называют непокаянный, типа... Видимо, непокаянный и богохульник — это... Одно дно. Ну чё, поехали в лес за орехами? Сейчас мой этот Dying Light, который решил неожиданно обновиться, окаянный, охреневший. И пока почитаем какие-нибудь новости. Угасающий свет. Это один из вариантов перевода? Совсем тихая музычка. Прям вот так ее сделать. Так, новости. Так, в Epic Game Store началась раздача Remnant From the Ashes и The Alto Collection. Так что с сегодняшнего дня нужно загробастать себе Remnant, потому что игра в Steam реально стоит 1000 рублей с фигом и не дешевле. Даже со скидкой она дешевле толку не становится. Там, по-моему, 800-700 рублей было. И это кооперативная такая шняшка. В общем, в это поиграть нужно. Будет там собраться, скачаться, поиграться. Где этот? Где? Захват экрана. Ну, захват экрана. Во. Remnant. Игра, которую надо забрать, это ты сразу видишь. Это же Эпик, там две игры раздаются, просто заходи и забирай. Rockstar откатили последний патч для Red Dead Online. Дестабилизировал все аспекты игры. Вот так вот, хочешь поддержать развитие игры и ломаешь ее нахер. Умер актер Сергей Куницкий, ему было 35 лет. Блин, такой молодой. Причина смерти не уточняется. Я не знаю этого актера. Кто он, что он, зачем, откуда он. Анимешки. Intel анонсировала архитектуру XE HPG для игровых видеокарт с трассировкой лучей. Что это такое? Так что сейчас лучше не торопиться и не покупать эти навороченные видюхи. Не тратить баблишко зря. Сейчас смотри, все подгонят. Удешевят, разовьют. Глава Wargaming не исключает возможности релокации сотрудников из нестабильной ситуации в Беларуси. Руководство просит работать из дома. Окей. Бесплатное обновление. Окей. Что это? VR Action The Walking Dead Onslaught. Выйдет 29 сентября. Неожиданно. Слушай, и не просто Walking Dead, а именно прям по сериалу. И Норман Ридус тут здесь, и этот мужик, который Рик. Который Карл! Карл! Ну и все в этом роде. Так чё ты там обновляешься, нет? Как же долго, господи. Ты уверен, если стрим выключить, то он моментально обновится. Я прочел, короче, смотри, Джессу. Новая архитектура под RTX анонсировал от Intel для игровых видеокарт с трассировкой лучей. Наверное, это хороший знак, да? Возможно, сейчас технология RTX будет совершенствоваться и удешевляться, надеюсь, потому что видюхи стоят непомерно дорого. Неразумно. Не такая уж это и прорывная технология. Текс, ладно. Умер актер, говорят, еще. Так, где он хоть играл-то? Представитель Московского губернского театра. Занимал одну из высших должностей с 13 года. Здесь не только за театральное достижение, но и за работу над отечественными фильмами. «Битва за Севастополь», «Тест на беременность», «Мы из будущего». Дополнительно актер принимал участие в дубляже иностранных картин. «Тачки 3», «Стражи Галактики», «Жажда скорости». Что, озвучивал вот этого?
Тут недавно было на Ютубе ролик о том, кто озвучил вот этого персонажа. Он его дублировал, да ладно. Как обидно. Прощай, ракет. Начал загрузка лаунчера Epic Games, и Винда написала, что он может содержать вирусы. Может. Не исключено. Dying Light, давай уже, рожай. Притом из-за Dying Light у меня не запускался Рутони. Потому что обычно Рутони раз и запустился, а это херня раз. И что-то он долго так рожал, что-то соображал. Ладно. Пусть поставим Blasphemous'у в свойствах загрузок, чтобы он позволял загружать всему остальному. И пойдем. Пойдем в Blasphemous. Дрлин. Заметил Light and Beat. Я тоже заметил. Вас заметили, да? Сейчас смотри, опять начнем подбивать Саню на тот же Remnant какой-нибудь, да? Саня такая. Может, ручки. Опять, блин. Когда во все сыграть-то? Blasphemous вылетел с ошибкой, прикинь. Crash report name it так-то. Да мне кажется, это из-за Dying Light, который пытается закачаться. Бесит он меня. Саня жрет. Саня, там Remnant раздают в Epic Store. Ладно, пока мой Dying Light пытается обновиться и вешает все на свете, попробуем зайти в Epic. Что-то меня бесит. Вот я не люблю, когда большая игра обновляется, и из-за этого она вешает все на свете и ничего не работает. Это так противно. Голодает. Мы пойдем, да, Сань, когда-нибудь, когда в Remnant пойдем, да? Смотри, 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 раздают. Remnant, Remnant. Так. Эпик, прекрати и ты что-нибудь закачивать. Перестань. Какая крокозябра кричит. Да, когда-нибудь. Когда? А Джессел, ты Warzy забирал в Epic Store, когда раздавали? Или ты пропустил? Да-да-да. Угу. Warzy. Warzy. Не забирал? Очень зря, блин. Ладно, там одиночные игры, там хер бы с ними. Но кооперативные надо забирать. Warzy, это ж как Left 4 Dead, только чуть поновее. Да, Left 4 Dead там не пахнет, там вида третьего лица только, по-моему. Но тоже куча зомби, тоже оборонякаться приходится и так далее. Так, тут уже почти все завершилось. Давай, работаем. О, наконец-то все. Что это такое? Непрочитанных сообщений. Ага. Конспирации. Я понял. Ладно, возвращаемся в Blasphemous. Почему это звучит как Blast Penis? Пропустил. Как ты мог, Джесс? Как же ты? Джесс. Кто? Кто дорогая? Наша компания тебе дорога? Да, наша компания тебе дорога. Согласен. У меня сейчас на стриме находятся два офигенских суперзрителя. Light and Video and Gentleman. Blasphemous.
Так, теперь давай вспоминать, на чем мы закончили и куда нам идти дальше. Я забыл, я реально не помню, куда идти. Так, ну тут бабка-вонючка. И вроде как здесь... Вроде бы можно пройти куда-то, но очень тяжело. Ты закончил на заканчивании стрима. Да, такое было. О, вот эту херню я так и не забрал. А как нам до нее добраться, слушай? Так, тут будут призраки тошные. Вот это вот. Во, она пробивает это насквозь. Да спрыгнешь ты, господи, господи. Чувак, чё ж ты не реагируешь-то на это, команды? Да бей наверх! Чё было-то? Вы ничего не видели. Если что, вы ничего не видели. Еще ты говорил про средневековую вентиляцию. Да, было такое. Чихающие призраки. Видели, как она такая? Апчхи, апчхи. Да спрыгнешь ты, господи, твою мать. Он виснет на краю, и он не спрыгивает, когда нажимаешь кнопку для спрыгивания. Как она удобно, слушай, появляется. Ну, хотя бы так, хотя бы так. Целая куча призраков, я не знаю, как этот кусок собрать. А, я забыл, он здесь достает, да. Да в смысле? Наверх бей, братан, ты чё? Ха-ха-ха, не попало, да? Слушай, живая, там капелька осталась. А, в смысле она достала? Ну ладно. Сейчас пару часиков я попривыкаю. И все пойдет. Почему они злые? Потому что никогда не... никто не подарил им пилюли от простуды. Да они, походу, заразные. Бабка здесь. Слушай, через всю эту толпу надо пройти. О, это было близко. Да в смысле? Я ж под ней проскочил. Игра, алло. Все, бабуль, умирай. Хватит с тебя. Ну прости, ну мне же... Бра. Есть, бра. Ой, ну слава богу, она померла. Дальше будет, кстати, проблема. Дальше будет призрак. Откуда у него огонь? Или призрак спустился к нам оттуда? Не, есть призрак. Я тебя, я тебя заколебаю. Отличная работа. О, Саня. Потом это Джессел. Фаланга пальца советницы Мириам. Не желаете ли, да? О, мэн. О, нет, я сюда не хочу. Я не хочу сюда, ребят. Вы уж меня... Простите.
А куда эта дорога ведет, если не секрет? Саня. Не, я сюда не хочу. Сейчас мы сходим, подлечимся. Просто не хочется помирать лишний раз. Просто так. Сподлечимся и попробуем пробежаться в этом месте. Потопал за вкусняшками. Везет. Слышь, Саня, у Джесла есть вкусняшки. Везет Джесла, да? Блин, ну мы что-то не пройдем. Тут бабка. Там воняет. Бабуль, у тебя воняет. А может, я могу так пройти? Нет. Ау. Слушай, нехило долбануло. А туда и незачем, слушай. Туда реально незачем. Удачно она спавнится. Да в смысле, ты не попал по ней, ты издеваешься? Бля, ты издеваешься, слушай, реально издевательство какое-то. Да в смысле, ты не попал по ней, прекрати. Вот порой он реально не попадает в абсурдных ситуациях. А сейчас он дотянулся, когда до него был километр, чё? У меня ни одной хилки, отлично. Great. Так, а куда мы шли? Наверх, да? Ладно. Кувшин этот взрывающийся ее. Просто чем дальше забираешься, тем потом сложнее становится. Very good. Не, просто твою мать, не под лаву, только не под лаву. Oh. В смысле, я проскочил же. Who's the hell are you? Смерть. Че тут на краю этот стоит говнюк? Уходи.
что, бабка? А, поливалкер. Поливалкер наверху, смотри. Хватит лить. Прекрати. Остановись. Спасибо. Что у нас здесь? А? В смысле? Мы же там были. Нет, тут разные коридоры. Видать, разные. Давай пройдемся аккуратненько, посмотрим, что здесь. У, цветочки. Это за место такое? Видать, видать. О, отлично, very good. Вспомнил, что не обедал и налил себе борща с батоном. С жидким батоном, да? Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Из благословенного места доверили мне присматривать за тобой, кающийся, и я присматриваю. Она подглядывает за нами. Жидкое мяско. Мое имя Виридиана. Мне дарован дар, чтобы помогла я нести бремя твое, когда тебе нужно, и лишь тебе делать выбор. Безмолвно кающийся, по тебе потребуется моя помощь, чтобы выполнить долг твой. Понадобится, ребят, как думаете? Или не понадобится? Момент нелинейности. Понадобится. Хорошо. Блин, чё? Без. Ты знаешь, как это? Понадобится. Это кому-то пригодится. So be it. Да будет так. Испарилась. О, мне кажется, тут босс. Тут слишком темно и тихо. И музыка не играла. Ща. Я сейчас в другую сторону сгульну. Вот сюда. А ты жив! Ах ты говнюк, умирать. Вот и ладненько. О. Это чё? Заточенный сапфир. Хрустальная сфера с сапфировым сердцем внутри. Драгоценный камень сияет искрами дальних краев и наполняет свое хрустальное узилище неистовым светом. Странная энергия пронизывает его владельца и дарует ему решительность. Казнив противника, он начинает прожигать воздух вокруг себя молниями. Very good. Nicely now. Хм, тупик. Окей. Пускай дама лама, это поможет воину гордому. Этому гордому воину. Ну чё, босс? Я думаю, босс, ребят. It's time to suffer. А чё снаряжение мы можем сделать? А, смотри, мы на этом алтаре можем вставить вот эту херню. Сердцевины меча, освященные защитными молитвами, можно вставить в Mea Culpa. Увеличивает время поддержания блока. Окей. Хорошо. Сюда нечего поставить. Реликвии пока не находили. А прокачать я могу себе ячейку? За деньги, нет? То я хочу ячейку на бусинках. Этому Гордону. А как ты так сделал, Джесси? А чё это ты, как это ты сделал? Как будто бы с Санькиным никнеймом маленькая картиночка такая со стрелочкой назад. Чё? How did you do that? Конечно, заканчивает комбинацию четвертым добивающим ударом. Нажмите X несколько раз подряд. Не, я вот это хочу. Может, и не хочу. Это чего это? Справа от сообщения. А, вау, да ладно, прикольно выглядит. Нестандартненько. Это чтобы собаку не писать, да? Или как? Вон оно, я вижу это.
Бог ты мой, ребят, мне страшно. No! А, привет. No! What happened? А? Такой классический босс, знаешь, из всяких там консольных стареньких игр. А чё я должен делать-то? А фак. А, по мозгам ему давать, я понял. Да в смысле попался, не попался, ничего не знаю. Да в смысле я не попадаю по нему, вот же он стоит. Бери да попадай. Это было больно. Да. Да. Да я лечусь, я пытаюсь. Вот я иногда нажму наверх, чтобы он бил, а он этого не делает. Чё, Ashen One? Я помираю. Она восполнила мне силы. Твою ж мять. Получи. Слушай, он какой-то бессмертный, слушай. Я его бью-бью, а у него жизни не заканчивается. Я еще вначале его не бил. Тоже как бы вдобавок. Я думаю, нам кранты. О-о. Давай, лечи меня. Все, она больше не сможет меня вылечить. Я понял. Владычица с опаленным ликом? Это владычица? О, но, о, но! Жирный, жирный, жирный. Как поезд пассажирный. Жирный, пусть зеленя. Блин, ну долго его бить. Она, конечно, выручает, но... Тяжко. Тяжко. О, oh, that's mine. А чё, она больше не будет помогать, да? Чувак, прыгать надо вообще-то. А, не, помогает. Слушай, другие атаки начались у него. Вау. Ну я ж скользить нажал кнопку, чувак, скользи. И мне плевать, что ты там что-то не можешь. Не рожаешь. Да твою мать. Да что ж ты делаешь-то, господи? Конечно, она говорит Ashen One. Пока хилки не будем тратить, пока она может нас лечить.
зима! Давай, лечи меня скорее! В смысле? Я ж проскользнул. Да твою мать! Он что, стоит на месте, когда лечится так тупо? Да в смысле? С двух рук? Ну ты издеваешься, что ли? По-моему, нихера не честно. О, удар не заходит, окей. Представим, что так и должно быть, наверное. Ху-ху-ху-ху. Твою мать. Твою мать. О май гад. А! Смерть. Ох. А, он смерть. Падла двурукая вообще. Знаешь, к счастью, что нам сюда пока рано. Как будто бы реально рано. Чё, и чё он сделал? А, я могу восполнять запас вот этой херни. Ранить себя немного. Чувак, перестань. В обратную сторону. Чувак, спрыгни, пожалуйста, спрыгни, просто спрыгни. Ах ты ж твою мать. Не надо, не надо так делать. Да, залезай, залезай, залезай. А вниз прыгнуть не надо было? Ну я нажал кнопку. Да в смысле? Проскользни мимо него, господи! Заткнись. Я с тобой не разговариваю, твою мать! Не, это какая-то дурь, ребят. Это реально дурь. Это какая-то хрень просто. Я не знаю, как в это играть. Мужик, прекращай. Куда? Куда ты поскакал? А! Да почему? Бей наверх, чувак! Наверх! Просто бей наверх! О боже! О боже! Ну лечись! Нажимаю кнопку лечиться, он такой: нет, я хочу висеть! Заколебало. Ну бей же ты ее, господи, вот она, бей ее. Спасибо.
это что такое? Ничего не произошло. А очень хотелось бы, чтобы что-нибудь произошло. Можно мне хоть что-нибудь? Пожалуйста. Позязюзя. Сейчас здесь будет сложно. Сейчас будет очень сложно. Я убью эту херню, чтобы вернуться нормально. Я хорош. А, ну вот как, ну вот как, он уже скользил, он был в скольжении, он не должен был пораниться. Ты мразь такая, в смысле, я ж её убью, what the fuck? No! Фрагмент восстановлен, окей. Ну хоть так. Так, что происходит? Куда я вернулся? О, мы не туда пошли. Ну, сюда. Так, а куда ж нам сходить-то? Так, где-то здесь были лифты, которые возвращали нас в начало игры. Давай вернемся в начало. Не работает, не поддается. Хотя, ой, да ладно, смотри, можно сюда запрыгивать, оказывается. А я не знал. Давай заберем узелок из нитки Розария. Что он нам дает? Извлеченных из монашеских одеяний, владельцы которых давно покинули этот мир. Окей, печальная история. О боже. Что же происходит? Моя шляпа не чита тебе. Благословлены глаза, что с обожанием взирают на сердце измученного чего-то там. Пусть придут ко мне стражущие голодные, ибо их есть радость и питимии. Чё? Оденьтесь, девушка. 6 жгучих болей пронзают мою цветущую грудь. Возьми боль одну и смой одно из 6 смертных пятен с души своей. Сдулось. Максимальный уровень здоровья увеличен. Ура. Спасибо. Так, ну здесь бабка живет, да? Вроде бы да. Тут мы были. А что надо было мужику вернуть, который где-то в дереве врос, что ли, или что-то такое? Что-то. Это точно. Я тоже не помню. Тебе меч дала. Почему повысилось здоровье, а не урон? Без понятия. Эта игра очень странная и своеобразная. Эх.
Ладно, давай вот это сделаем. Подожди, позволяет использовать скорость падения с большой высоты для нанесения урона. Кающийся использует импульс от уклонения, чтобы прокалывать своих противников с большого расстояния. Не, наверное, вот это прокачаем. Чтобы у него была дополнительная атака. Вроде ничего не изменилось. Просто, может, мы нашли ту херню для этого мужика? Может, просто надо ему ее вернуть? Вот это комбо! Да я сам в шоке, прикинь. Машешь такой мечом и машешь. И без конца им машешь. Супер. Чё у вас тут? Time outside these walls passes. But if your penance, sorrow... Ну, может, мы все кишки собрали, а? Шмётки. Не, просто помоги и все. Слушай, а если я в обратную сторону пойти, мы куда-нибудь дойдем? Прикинь, обратно можно пойти. Ну-ка. Да они быстрее умирают, чем я комбо пытаюсь сделать. А, он не умер, подожди. У него пол хп появился откуда-то, нихера себе. Был еле живой, тут же хп себе нарегенил. Лосатку жалко. Во, вот это я никогда стать не могу. В смысле? А, вот так вот, ладно. Хорошо. Вот как я должен в начале игры вот это достать? Not today. Not today. Один удар, господи. Вот эти с колесами такие мощные по сравнению с ним. Чик-чирик. Не, это бессмысленно возвращаться в начало. Видимо. Не знаю, то ли должна быть какая-то дикая распрыжка дополнительная, то ли еще чего. У тебя скидка на подписку? Да, она у всех есть. Кто еще ни разу не подписывался, по-моему, тем скидка дается. 20% что ли? Круто, да? Если в этой подписке смысл еще был. Видимо, люди мало подписываются, а просто донатят стримерам и такие, Twitch, блядь, как же нам денег-то высосать из этих зрителей себе-то? Подписка же, по сути, это деньги не стримеру, а Twitch'у. Единственное, что ты получаешь за эту подписку, это смайлики, то есть, или там с канала, знаешь, и ты можешь их на всех каналах плюхать. Джесса, не подписывайся, просто сдонать.
Хера себе, она долбанула, я ж улетел. А, вот, комбо, видел? Видел, тут комбо было. Я вам помогу. И вам помогу. Не болейте. Stop it. Окей. Ну, может он плюшки... Ну, ладно, ну если хочет, я что, не могу остановить его. Видал комбо какое, нормас. Спать. А как вниз-то спуститься, слушай? Как-то сюда можно пройти, и точно не с этой стороны. Там дерево, оно должно упасть. Ништяк, да, был. Мы сейчас попробуем найти туда спуск каким-нибудь образом. Я думаю, где-то здесь можно проход надыбать. Может, потайной проход какой-нибудь. Потому что вон, снизу там как-то пройти можно. Ну, вообще пофигу. У него щит размером с него самого. Откройте! Откройте! Красивое добивание, смотри, раздавил. Смерть. Простите. А, окей. Проходим. Чтобы они не мучились, я их освобождаю, ребят. А то их тут подвесили, они мучаются. А, че, я тоже так могу, держи. Смерть. Ха-ха. Ей, we got it. Язычок воззвания. Что за язычок? При использовании язычка с некоторой вероятностью можно получить слезы искупления, разрушая различные предметы. Окей. Реально тут разнообразнее находки, чем в Эшине. В Эшине ты ходишь и просто херню какую-то собираешь одинаковую. Там скучно, блин. Какой бы игра ни была, так... ну она хорошая, ничего не говорю. Там прикольная, забавная, клевая, все дела. Ну, блин, лут там скучный вообще. Неинтересный. Тут хоть собираешь каждый предмет что-то новое. Ah, god damn it, why did you do that? I'm friendly. No. Ну, он там супер вертуху вообще делает. ДС с него не настолько было бы интересно играть, если бы не было, было бы, да. Отходячая, но вы у меня фонячая. Хорошо, это вообще замечательно. Ах, ты ж говнюк такой. Ах, ты ж мя, мадмазмя.
свободны. Не страдайте. Так много предметов и их разнообразие, естественно, да. То есть раньше меня, кстати, раздражало то, что в Dark Souls так много всяких разных предметов. Надо придумывать, где их надо использовать, типа того и того и того. Сейчас я реально больше понимаю, что именно это и затягивает в игре, это и делает игру интереснее. Делать ее такой, которой она есть. Слушай, а мы здесь не были. Да, не были. Да в смысле ты не это? Я нажал, короче, скользнуть, а он не скользнул. Отлично, хотя бы так. Ах, призевал. Призевал. У этих башка клево отлетает. Передевашки. О, передевашки вообще лучшие. Best of... Какой-то храм. Но здесь внизу что-то есть, поэтому надо здесь погулять будет, походить. Got him. We got him. Посуду, по-моему, давай. А как туда добраться? Если мы сейчас здесь упадем, это смерть. Опаньки, за нами дядька бежит. Все тот же. Я вижу, сестра моя. Наша встреча близится. Чудо защитит меня. На этот раз мне не нужна твоя защита. Оставь меня. Что он делает? Постучал и ушел. Странный парень. Сны о милосердии. О, hello there. Мя. Очистится от вины в обмен на 200 баксов. Какой вины? Ты вроде виноват. Вроде ни в чем виноват не был. Подсвечник. Ого! Where to go? А вот теперь можно пробовать лазить, развлекаться, прыгать, скакать. Воу, ничего себе! Дядька-то опасный. Вот так тебе, ты ничок. Нормально, нормально. Так, верхняя челюсть священника Тарадакса. Хорошо, что взяли ту способность, которая... Короче, которая четвертый удар добавляет. Очень кстати.
Можно было, короче, конечно, их сверху типа обойти, да? Тоже ходит сверху-то. Так, это что, шорткат? Отлично. Very good. Разрушаемость в играх. Бог ты мой, это что такое? Я не хочу сюда. Мне страшно. Да блин! Мне придется сюда идти. God damn it! Призрачные сущности. Ну хоть деда этого покромсаем. Фигово, они отлетают при ударе, и ты не можешь серию сделать. Прям обидненько. Так ты молодец. Ух ты, клад. Ничего себе, мы нашли клад. Надеюсь, это не мимик какой-нибудь. Сигирия с твоими глазами. О, блин, что происходит? Я не прочел. Да твою мать, поджопник поймал. Что мы там собрали? Сигирия, твоим глазам, подобным звездам. Короткий гимн ночному небу наполняет кающийся праведной яростью и на короткое время увеличивает скорость его атак. Прикольно. Что сделает? Это делает ее сила, проникая через перекрытие стены потолки, нанося урон врагам кающегося. Перед тобой, перед этой песней раздается трубный звук. Чувствую тишина, ничего не понял, ну ладно, вот это наденем. Потаскаем. Хотя бы так. Блин, да вы издеваетесь? Он летает на кресле. Что это такое? Давай, иди сюда. Что, не хотишь? Как хотишь. Да куда ж ты, господи? Добивай, добивай, давай. Ладно, так добьем. Бля, я думал, ты какой-то опасный моб. Ты просто дед на летающем кресле. Да тут вообще какая-то хрень происходит. Тут уже все летают, как хотят и куда хотят. Нападают, блин. Ей, ангелочка спасли. Четвертого из 38. Ах ты ж, старый дед. Погляди на него. Его если не убить, то он, по-моему, типа ранится, 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 а потом перестает повреждаться. Это что? Шейный позвонок пивовара Зихера. Ходишь, какие-то останки собираешь. Шорткат. Кстати, может здесь тайник? Why did you do that? I'm friendly, bro. Смерть. Смерть. Ладно, сюда сходим. Сейчас тут посмотрим, что. More safe есть. О, магазин. Здравствуйте.
Деды в этой игре, как я гляжу, тут самые подвижные. Вообще самые подвижные. Так, ключ. Узри мой дар. Так, ну мы знаем это, она всегда говорит. Запретный ключ, который охранял старший брат братства. Он был брат братства. Брат братства. Сестра сестренства. Папка папства. Мамка мамкства. Он был потерян, и палата навеки осталась запечатанной. 400 баксов стоит. Нуп. Это чё? Пустой, тусклый шарик. Пламутра не осталось и следов. Но острый глаз еще может уловить легкий синеватый отблеск. Увеличивает уровень рвения при разрушении окружающих предметов. А-а-а. Теперь хотя бы разрушение окружающих предметов осмысленно. Так, маленький сосуд, наполненный мхом. Крохотные цветы, мерцающие внутри, защищают от ядов. Полезная штука, помните, да? Где нам яд мешал? Я хотел ключ взять, конечно, но на ключ, я думаю, мы сейчас накопим. Он 400 баксов стоит. Да, бабуль? Да. Let us be captive. Очень полезно. Главное вспомнить, что оно у нас есть, когда мы пойдем в то место. Это как, помнишь, по болотам в ДС лазишь и такой... Мох, точно, мох нужен. Мох, голова всему. О, здесь будет сложно. Хотя не очень, смотрю. О, он здесь низко пускает. Я не могу обойти, не прокатиться, ничего не могу. Перепрыгивать придется, смотри. Блять, я протупил, сам виноват. Да вот, лестница, цепляйся, твою мать. Прыгаю, блин, рядом с лестницей. То есть он должен был зацепиться. Почему он не зацепился? Капец какой-то. Да сдохни ты. По привычке просто. Да, именно. По дурацкой привычке. Ну, четвертый удар, бро, не? Во. Да, не надо. Да что происходит? Да прекратите. У меня мало хп, не трогайте меня, не кантовать. Вот эти очень, очень живучие и бьют больно. Или это бабка, слушай. Во-во, то есть у него там хп не осталось вообще, он выжил после удара и еще атаковал. Иди нахер, тебя не хватало. Бля, ты посмотри, это ж капец, я тут не пройду сейчас. Чё? А, блядь, сюда. На бургеры кричат. Вау, в каком-то веке, не верю. Куда ты полетел? Вернись, твою мать. И чё? Чё он сделал? Прекрасно. Да спрыгни вниз, ты пятипризм. Жму вниз и прыжок. Он должен спускаться вниз. Если прислониться в упор к стене, он не может этого сделать. Фу, блин. Но если бы игра дала мне об этом знать раньше, я бы этого не делал. Да? Да. А, горит, просто горит. От всех этих механик.
Ну сейв, сейв, дайте мне сейв, пожалуйста. Что это за место такое? Тут как будто что-то должно быть. Здесь ничего нет. What the fuck? Сейв, ей. Ааа, я дошел. Мои старания были... Как это? Возблагоздерни... Горит. Горит пукан. Горит пукан. Опять босс. Не, я пока морально не готов. Тут просто тоже какая-то дорога есть. Давай сюда сначала. Hello. Слушай, как мы их сейчас, да? Вообще. Ну чё, через 20 минуток мы чё, опять соберемся, ребят, или чё? Oh, not good. Я спрашиваю, позови меня в собор, я приду через злых картелей. Окей. Джессел, он готов. Да никого нет, чё. Если бы был народ, я бы продолжал, может. Подумал бы об этом, а так. Людей же нету. А, ну я как должен проскочить здесь, мать твою? А почему он не поскользнул? О! Yes, yes. Гороховидная кость исследователя Эрнандеса какого-то. Это все, ради чего я сюда пришел? Кишки эти собирай. А-а-а, давай! Open the door! Не знаю, я хотел бы пойти обратно. О, это телепорт, господа товарищ. Это телепорт. Давай телепортнемся. Мы связали две точки. Пучок чабреца. Чабрец, что делаешь? Ароматических трав, которые в прошлом часто встречались в холмах вдоль бронзовых границ. Но сегодня ценность этих трав из-за их редкости очень возросла. Особенно для тех, кто обладает... целическими способностями. Окей. Ей! We got it! Так, мы на что-то копили 400 баксов. Точно на что-то копили. Где-то это было нужно. Че ты вышел? Я ж показал тебе наверх, чувак. Надо было подождать. Надо было подождать. Сейчас попробуем, кстати, сходить на босса. Который тот. Или ту локацию, где вонючая была, помните? Вонючая локация. Мы сейчас туда сходим, наверное. Господи, удобно без второго монитора. Неудобно. Я, честно, я не могу без второго монитора уже. Все. Только два монитора у меня теперь. Нервничает, нервничает. Как же его достать-то? Ну, хоть дедов повыносим. Или бабки, кто это? Подсвешушные бабки. Давай, давай. MLG. Shut up. Ooh.
That is not funny. Нет, не сюда. Сейчас вот эта бабка уйдет обратно. Чеши отсюда. Чеши, чеши, говорю. О, в Мерло, ты глянь. MLG. В смысле, не работает? Почему не работает? Не работает. А я хотел MLG. Не подходи. Не надо. Не хочу. Нет. Уходи. Дверь закрой. У меня теперь мормя. Торговка, точно. Ключ. Я хотел ключ купить. Ключ от палаты старшего брата. А где эта палата? Без понятия. Идея должна быть где-то на этой локации, раз она здесь его продает. Хотя Heroes ты. А что она делает? Подожди. Можно, короче, за накопленные эти штуки возвращать себе этот кусочек, типа вот этот, когда подыхаете, помнишь, остается на месте гибели, типа, вина. Типа, ты виноват, что ты сдох. Вот, и, типа, надо прийти забрать свою вину. И, ну, можно простить ее на таких вот штуках, молябящихся, за 200 баксов. Окей, кстати, это хорошо. Это хорошо. О, hello. О, hello. Да что ж такое? Да хватит, дайте пройти, спасибо. А наверху что? Или мы сверху пришли как раз? Так, а я там был, кстати. Хер его знает, куда здесь идти. А, мы здесь были. Мы там какой-то кусок кого-то забрали. А наверху получается вот эта морозная локация. Да, вон оно, холодное, типа, все. Вот, тут дядька у нас такой должен быть, дохленький. Где-то рядом. Он что-то просил.
Позволь попросить тебя, принеси мне несколько капель масел из олив, кои во время оно росли на обледенелых древах сих, кои умерли, обжигая лица благочестивых, добравшихся до самого верха. Ибо мое сердце — последнее желание, пока не настало мой конец. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Короче, оливки. Находим целую кучу всяких предметов, но никогда не находим того, что реально нужно. Здесь надо как-то так умело проскочить. А, вон, мразь мешает, я понял. Мимо деда этого надо проскочить. Говнюк. А, не попал, кстати. Хорошо. Ну, нахер с ним связываться. Не стоит он того. Как туда добраться? Так, кстати говоря. А куда нас это приведет-то? Вот это, этот выступ, зачем он нужен? Там что-то есть ниже. У меня просто экран... Там ангелочек летает. Эта штука вызывает лифт обратно. Надо как-то так сделать, чтобы вот этот лифт уехал отсюда. Вот этот вот. Это все потом. Что у нас здесь? А, понял. Теперь надо обойти локацию задом наперед и, по идее, прийти в это же место. По идее. Кровь какая-то на полу. Что происходит? Ау! That was hurt! Да чтоб тебе! Протупить в таком месте идиотском. Так, где там, говорите, отрава была, да? Сейчас, погоди, кстати, здесь надо сейвануться тогда, раз мы рядом. Восстановиться. И надо поместить этот предмет в активный слот. Мох. Использовать, а как-то надо снять что-то. Вот это снимем, наверное. И так понятно, сколько у них жизней. Травлюсь, но, видимо, не так сильно. Фак! Почти, кстати. Почти. К
Как же лаву эту выключить? Что-то лава мне не понравилась это. Ну как лава, этот раскаленный металл или что там льет на голову. Кто-то ж его включает. Вот этот говнюк все делает, говнюк. Yes. Сердце селитровой крови. Селитровая кровь, что? Ну, в обратной дороге должно быть попроще. Я понял. Я что-то заменил у себя в мече. Где-то вот это я заменил. Понятно, что он делает? Короткий гимн ночному небу наполняет качество праведной яростью на короткое время, увеличивая скорость. А, вот что это такое. Я думаю, что она не бьет этих ублюдков. Ага. Сейчас что-то было странное. Я на ходу, не разбивая банку, подхилился. Что? Ладно. Давайте здесь заканчивать. Кайф. Знаете что? Знаете что? Я должен был вам сегодня показать две новых игры. Ага, я забыл. Я забыл вам их показать. Да. Вот еще и обновка. А какая она большая? 230 метров. Ладно. Ну, мяу, что, значит, завтра. Давайте. Я сейчас, наверное, сгоняю что-нибудь похавать себе, замучу. Вот. И тогда соберемся в ближайших несколько минуток. Давайте. Спасибо за просмотр. Всем пока. Yes. Bye.